А тем временем бензин в Красноярске подорожал. Сегодня обновили ценники в сети АЗС 25 часов. Топливо марки АЕ-98 теперь стоит 39,80. Это на 60 копеек больше, чем неделю назад. Остальные крупные заправщики, такие как «Магнат РД», «Красноярскнефтепродукт», «Газпромнефть», пока ценники не меняли. Эксперты не исключают, что стоимость 98-го бензина может скоро перешагнуть отметку 40 рублей. Напомню, дорожать топливо в Красноярске начало с середины июля.